Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. И сегодня хотелось бы вам рассказать о тех томатах, которые мы выращивали в прошлом году. Начну, наверное, с детерминантных томатов. Первая у нас это солоха. Она среднеранняя. Высотой в открытом грунте достигает 65 см, а в теплице где-то 1 метра. Масса помидорки где-то 160 граммов. У нее длительный период плодоношения. Можно выделить как бы ранний урожай, который она отдает, и также она формирует и осенний урожай. То есть у нее где-то в конце июля начинает так активно с боков разрастаться кустик сам, и на нем формируется осенний урожай. Помидорки очень вкусные, прекрасно подходят для свежего потребления, но в теплице они растрескиваются. Ну как бы это тоже небольшая такая беда. Они очень быстро срываются и съедаются. И как бы у нее помидорки, они поспевают не все сразу. То есть у нее постепенная вот такая отдача урожая. То есть очень удобный томат. Также расскажу и о Демидове. Он также средний-ранний томат. Высота у него в открытом грунте 65 см также. А помидорка немножко поменьше, где-то 120 граммов. Но в теплице также достигает где-то 1 метра в высоту. Завязывает плоды он при колебаниях температуры. То есть для открытого грунта очень удобный сорт. В прошлом году очень хороший урожай был на нем. Кусты прям заваливались от количества томатов. Поэтому могу порекомендовать. Очень хороший, высокоурожайный сорт. Также в прошлом году мы выращивали два индетерминантных томата. Это три толстяка и Олеся. Ну, три толстяка, где-то они высотой у нас вырастали до 1,5 метра. Плоды у него до 800 граммов. Ну, у нас где-то таких, конечно, плодов не было. Где-то граммов по 450, вот так вот, грамм 300 были плоды. На нижних, особенно кисточках, очень хорошо формируются и завязываются такие большие плоды. А повыше формируются уже поменьше. Листья у него где-то с 4-5 плодами. То есть достаточно устойчив томат к различным заболеваниям. То есть в теплице у нас он не болел. Ну, как бы хорошо очень отдавал урожай. А помидорки, вот здесь они на упаковке как бы такие кругленькие, плоскоокруглые. А в теплице у нас они почему-то росли как сердцевидной такой формы. Ну, как бы это особо на вкусе вообще никак не сказывается, поэтому очень хороший томат. А также выращивали Олесю. Где-то она высотой у нас была 2 метра, то есть она выше, чем 3 толстяка растет. В кисти у нее также где-то 4-5 плодов, а масса где-то 250-300 граммов. Высокое содержание у нее каротина, и вот такой цвет у нее, как у хурмы. Поэтому тоже очень вкусная. Вот такой плод, достаточно такой плотный, без лишних какой-то жидкости, сладкие. Ну вот. Всем понравилась она. Ходили гости к нам, очень хвалили этот томат, очень вкусный, сладкий, просто вот как фрукт какой-то. Прям замечательный томат. Поэтому могу порекомендовать. И также еще расскажу про вот такой томат «Московский деликатес». Это сорт. Просто он очень урожайный. Урожайный как в теплице, так и в открытом грунте. Высотой он где-то 180 сантиметров, то масса у него плода 150 граммов. Такие плоды у него, видите, как вот вытянутые такие, очень хорошо подходят для консервирования цельноплодного. Для свежего потребления тоже он очень хорошо подходит. И вот его особенность в том, что он очень такой, очень хорошо разрастается и формирует большое количество урожая. Единственное, что вот хотелось бы отметить, что в открытом грунте он не всегда успевает поспевать. То есть, смотря какое лето, какие погодные условия. Ну, а так, в принципе, очень хороший тоже томат, большой урожай и прекрасный вкус. Поэтому могу порекомендовать его также. Ну, а кому понравились данные томаты, можете поискать их описание в интернете и определиться. Возможно, они именно вам подойдут или для теплицы, или для открытого грунта. Подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. Пока-пока, до новых встреч!